Это сейчас Татарстан, процветающая и развивающаяся республика, узнаваемая, уважаемая, многонациональная. Мы по праву гордимся, что Татарстан сейчас известен далеко за пределами России. Нас ценят за высокие темпы экономического роста, общественно-политической стабильности, бережное отношение к историко-культурному наследию, развитие духовности и искреннее гостеприимство. Международное признание республики оказывает новые возможности для инвестиций, реализации самых перспективных проектов. А ведь так было не всегда. В начале 90-х Татарстан шел своим, еще неизведанным путем. Тогда закладывались основы прочного политического фундамента государства с высокими стандартами качества жизни, опирающегося на гражданское общество и динамично развивающуюся многоотраслевую экономику. Четверть века прошло с тех пор, когда в марте 1990 года впервые на альтернативной основе прошли всенародные выборы депутатов Верховного Совета 12-го созыва. Как итог сложных, назревших изнутри демократических процессов, 30 августа 90 года была принята декларация о суверенитете. Именно благодаря ей были учреждены государственные символы республики. Принято более 120 основополагающих законов. Эти документы обеспечили политическую, социальную стабильность и межнациональное согласие. Основы устойчивого экономического и социального развития Татарстана, межнационального согласия были заложены выдающимся государственным деятелем, национальным лидером Татарстана, первым его президентом Ментимиром Шариповичем Шаймиевым, который очень много... который очень много сделал не только для Татарстана, но и для всей России. И очень приятно, что обеспечена такая цивилизованная преемственность передачи власти. Практически при рассмотрении всех федеральных законов голос Татарстана слышен и очень важен. Он принимается во внимание, и многие-многие законы были поправлены именно по инициативе Татарстана. Главной особенностью государственного строительства почти четверть века является единство действий всех уровней и ветвей власти. Такая консолидация позволила республике избежать многих проблем. В Татарстане сложился конструктивный диалог между законодательной и исполнительной властью, а без этого невозможно поступательное движение вперед. Рустам Миниханов отметил, что за 25 лет изменился и социальный облик татарстанцев. Появились новые профессии и социальные группы. За эти четверть века жители республики доказывали не раз без булдрабас. Алсу Юматова, новости НТР.